которое содержало кукурузное поле на заднем дворе. Однажды вечером муж с женой, собираясь поехать в кафе, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы, попросили одну знакомую девушку, которая не раз их выручала, чтобы та посидела с их детьми. Когда она пришла, дети уже досматривали мультики, и их оставалось лишь позже уложить спать. Зайдя в детскую спальню, слева она увидела две кроватки, а справа единственное окно, которое было без штор, так как они стирались. Девушка подошла и открыла его, чтобы свежий воздух попал в комнату. Окно выходило на кукурузное поле, в котором находился некий силуэт. Присмотревшись, девушка решила, что это было пугало. Несмотря на то, что из-за высокой травы не было видно его основания, девушка вышла из комнаты и направилась к детям как раз тогда, когда закончились мультики. Она их накормила, умыла и начала укладывать спать. Но дети не могли заснуть. Их пугало из окна, которое они раньше не видели, так как окно было закрыто шторами. Девушка посмотрела в окно, и ей показалось, что пугало стало ближе. Детям девушка сказала, что сейчас позвонит их родителям и решит проблему с пугалом. Она вышла из комнаты и начала звонить. Алло? Алло, тут такая ситуация. Что такое? Дети не могут уснуть. Их пугает пугало с вашего поля. Могу ли я его чем-то накрыть? Немедленно хватай детей и убегай из дома. У нас нет никакого пугала.